сочиняет, но так как Кима нету, по-моему, то я здесь один. Ким сегодня тебе все отдал, права к тебе. Снова за Геннадия Игоревича. А для меня... Причем я пью водку, потому что я приехал на метро. Давай. Нет, а ты вообще сегодня должен пить водку, потому что я пью водку. А что, открывайте? Я говорю, водка от спонсора. Не жалейте. Отличная водка. Абсолютно. Она дана так, на прогулку. Поэтому журавль. Кто-нибудь летит? Да. Сюда хорошо. Господа, я за своих учеников, за своих любимых гостей, которые здесь. Поэтому и молодежь хорошо, и старым хорошо быть. В старости тут свои преимущества. Вот поверьте мне, понимаете, уже на все смотришь по-другому. Уже не колышет там что-то. Понимаете, уже есть ощущение покоя. Думаешь, да? И уже подумать можно о вечности. А тут некогда. Вот он сидит, бегает, сочиняет, то он сочиняет, да? А я беру старое сейчас и усовершенствую. И привожу в порядок. И смотрю, вот и произведения начинают появляться из разбросанных вот этих суетных наших кино, театральной суеты, вот этой ерунды, которую мы... Нет, завтра запись, ты знаешь, как... Все. И я сейчас смотрю, я их травлю, и получаю кайф. Конечно. Знаешь, вот ноточку поправил, посажек добавил, все. И сейчас у меня, о, ложится произведение. Наташа у меня такая есть, вот у меня познакомилась. Она печатает на компьютере. И знаешь, почти издано. И вот и растут произведения. И такое счастье. Думаешь, какой я молодец, что я это тогда не доделал. Набросал такого огненного материала, знаешь, живого, такого, горячего, когда было много. Сейчас у меня его этого нету. Я вот такой материал не набросаю никогда. Уже не получится. Сейчас я могу умный сочинить, а вот такой горячий сумасшедший нет. А рука уже набита, поэтому и вот горячий-то. А? Аппликатуру знаете? Ну, она и пошла. Так что, господа, за то, что соединит молодость с этим вот знанием и опытом, и получается такой кайф. Поэтому я с вами всегда, вы знаете, я душой всегда с вами, с молодежью. А за столом я старик. Опытный, старый. Мы вас видим и сами начинаем. Нет. Целую вас. Музыка всегда ваша будет молодая. Ну вот, равно, ну, вот она такая сами. Родилась, уже сидит. Да. Да. Да, но у меня просто другой нет. У меня человек, он скажет, это не ваша музыка. Он же у меня главный биограф, он скажет, нет, на вас не похоже. Значит, если там нет подвоха, если нет какого-нибудь момента, то что я знаю, что каждый композитор, как бы он ни прятался, он все равно себе покажет. Если он настоящий композитор, он обязательно свою сущность обязательно покажет. Может долго прячется там за какие-то там додекафонии, а потом тут все покажут. Понимаешь, он какой-то простой музыки иногда так сразу видно, кто чего стоит. Ура! Геннадий, дорогой, за вас! За вас, за вас! И не только как композитора, но и как поэта. Да. О, и человека, ну, что, и певца, и все, и все. Ну, жизнь была такая, что хотелось все. Да. Хотелось там обнять всю жизнь, пощупать, как все. Поэтому легче было самому спеть, чем учить кого-то. Он знает это. Как мы с ним елок наделали целый лес. Нет, дело в том, что сам знаешь все равно точнее, чем... Ну да, по характеру я знаю. Самое главное, у меня по характеру был всегда безукоризненный Миша Боярский и Олег Ланов. Ну и с ним Олег всегда еще дурью так маялся. А вот Миша, это вот так, вот ему объяснил. Все, он делает один в один. И когда он спел в третьей серии «Короля», моя жена была твердо уверена, что это пел я. Он уже спел под меня один в один. Типа, я говорю, это Миша, не может быть. Вот, то есть мы настолько с ним запутались. И вот этот звонок для будущего концерта. Я говорю, Миш, даешь мне день на мой концерт? Он говорит, когда скажешь, ночью, утром, заранее, только скажи чуть-чуть раньше, чтобы я не сорвал другой мероприятие. Это вернейшие, вот остались друзья, мои ученики. Я знаю, они верные люди. И несколько актеров, и несколько соавторов, вот сейчас придет Василий Борисович, вот Юрий Сергеевич, вот Ким не пришел, но тоже мой любимый, замечательный. Даже, господа, я даже вам желаю, вот вам, молодые, чтобы у вас компания была тоже, и поэты, и они вот обрастали своими. Знаете, как одному тяжело. А с компанией... Продолжали писать. Такую же невозможно, но... С компанией... Так, сейчас я на вас доберу. Спасибо. Сейчас я помню.
обстучу вам. Знать союзы. Рюмки большие, а она не маленькая. Ну зачем такие рюмки? Знаешь, как блондинка спрашивает. Блондинка заказывает пиццу блондинке. А ей спрашивают, вам на сколько? На 12 кусков ее разрез или на 6? Она говорит, ну конечно на 6, у нас я съем 12. Муро. Совсем чекашили. А мы сейчас сейчас дядя Вась появится, будет такой, наверное, эффект. Так, с вам. А здесь же жжет в этом углу, жжет. Я так ходил за ним, рубашечка легкая. А это я просто дачный такой. Ну, теперь мы. Ура, Катюнечка. Женя, Надюша. Поехали. Так, водичка. На войну и Богу верну. Цивилизация. Да, это было. Да. Вы знаете, сегодня действительно событие само по себе неординарное, поэтому хочется еще немножко подумать. Гельвеций когда-то писал в своей книге о человеке, что друг — это тот, о ком я непрестанно думаю. По-видимому, я не очень хороший друг, потому что я не думаю непрестанно о Гладкове. Ну, я думаю еще кое о чем. Чтобы заработать денег, например. А когда я их зарабатываю, с кем бы их пропить, например, это же тоже интересный предмет для размышления. Поэтому о Гладкове я над ним вспоминаю, но не чаще, чем раз в пять. Ну вот Вася смотрит на меня с укором, ну, может быть, раз в шесть. Жизнь, вот. И вот, да, и причем Геннадий Игоревич, я почему-то всегда вспоминаю такую драматическую историю об одном мужике, который собрался в загранкомандировку, позвал дочерей и говорит, что вам, девочки, привезти? Ну, старший говорит, ну, привези мне там Коко Шанель, платьице. Вторая просит там что-то от Гуччи, а младшая любимая говорит, ну, привези мне чудище заморское страшное для сексуальных утех и развлечений. Извращений, да. Папаша в ужасе говорит, что ты такое говоришь, как можно? Я ведь твой отец. Она говорит, да, коротким путем не получилось, придется идти длинным. Привези мне, папочка, аленький цветок. Так вот, это, собственно говоря, напрямую связано с Геннадием Игоревичем история. Когда у него складывалась биография, благополучно, счастливо, он был уважаемым человеком, работал химиком, одолевал это чудище без затей. И, может быть, даже сегодня уже стал бы начальником смены. Я был начальником смены. Может быть, уже был бы начальником над двумя сменами. Над тремя. В одной бы был ты. И что-то его повело. Бог знает, с чего его дернуло. Непонятно совершенно. Он решил, что вот аленький цветочек там, где композиторы. Это проще. И он рванул туда. Рванул туда, где, в общем, большая часть человечества. Ям, и уже композиторы, уже в союзе композиторов. Причем с Гладковыми это вообще катастрофа.
сплошные Гладковы всех композиторов. Когда Федор Гладков узнал о том, что будет с Гладковыми, он вообще хотел подписываться Лев Толстой, но не успел, правда. Известна сейчас скандальная история о том, как выдающийся композитор нашей современности и мыслитель. Это Федор, а? Григорий Гладков. Он сейчас судится со всеми изданиями, печатающими «Кроссворды», потому что там, значит, на вопрос... Ой! Она его отдаст? Спасибо огромное! Да, какие дочери тонкие, и какие они замечательные, цветущие! Теперь у тебя пить нечем тебе! А мне вот наливать! У меня ученики есть! Ученики. Они в рот мне будут наливать! Журавля мне! Там есть такое растение, корица. Вот здесь? Нет, вон там. И что оно? Оно очень хорошо ломается. Вот да, 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 ну, да. Дайте больше, дайте больше. Его грызут. Нет, а давайте сахар, мы попробуем сейчас. А это корица? Ну да. Корица. Вы ж молоды, это корица. Это волшебная палочка. Дирижёшка. Да. На крайний случай будет дирижировать. Корица. А больше? Не один человек не договорился. Дешевого лекарства. Потому что сейчас цены на мои лекарства очень повышены. Дайте мне скидку, вашей власти. Здорово. Фея моя золотая. Дайте мне 50% скидки. Есть варианты или много денег? По 5000 лекарств. Это не ко мне, это к Мали. 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 Крайний вариант. Крайний вариант. Маленький мальчик какой? Это Варвара. Солнышко. А девочка? Это Варвара, да. Господи, ну так часто поёшь. Варвара Маликовна. Пока еще нет признаков. Ваши песни поют уже, Геннадий, да? Не верю. Мне жалко это поколение. Мы помрем, а они все будут ничего на свете. Какой кошмар. Да уж. И главное, нам тоже это все равно. Мы не будем. Мы не услышим. Или мы сверху будем посматривать. А потому что нас где только не ставили. Если нас поставить еще в каком-нибудь невероятном ночном казино с неприличными вариантами. Если в раю. Ну, медленно и все положительно. Да. Да, они, я согласен, потому что это произведение уже сошло с ума. Когда он говорит, скажите, что я не могу. Я сошел с ума. Вася, я тоже уже 40 лет помочь, как дураки, а они чего-то все ставят. Все потом, я сам говорю, в Большом театре. Помнишь, была группа, как инициативная группа постановки «Жизнь» в Большом театре? Это сумасшествие. Я думал, что до этого еще дойдет. Значит, у них раньше не получилось, но еще вот, когда будет второй кризис, и когда совсем денег не будет, никто не будет ходить ни на оперу, а там поставят Бременские. И будут танцевать все лучшие песни, все лучшие. Замечательный актер. Это единственное, где деньги можно собрать. Это все. Ну, узнать, конечно, очень трудно. Это произведение. Олег, а что? Я волнуюсь.
Викторовича. Мы очень рады всех видеть. Начнем? Как настроение? Маленький привет. Чем поет, это все в поликлинике завтра. Маленький привет в качестве песни от композитора «За цепью». Thank you.
понял. Что-нибудь повеселей? И песня с названием нашего коллектива. То есть «Дикие гитары». Thank you.
Спасибо. Я хотела сказать два слова. Эта песня для меня имеет особое значение. Чуть ли не это моя вообще любимая роль в театре «Линкольн», в которой я на сцене уже 20... Поэтому я испытываю какой-то особенный трепет, и в этот день рождения хотела вот посвятить эту песню и именно вам, Геннадий Игоревич. И у меня еще есть маленький. Да, вот я сейчас маленький. Маленький, большой. Да, не, ну Инночка, это она. Пакетик дерьмо. Она тоже Инночка, кстати. Спасибо, мой друг. Спасибо. Спасибо. Thank you.
удовольствием. Они за горой.
Слова? Или... Он говорит, какие слова? Махнул рукой. При чем тут слова? Он пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам. Он говорит, это же, я даже никогда не мог услышать такого. После этого я стал певцом. Дальше он устроил банкет в честь меня, автора все-таки, который помог Гладкову это сочинить. Утром мы встретились на пляже. И он угостил меня и Марину как за 25 долларов какой-то рюмочкой. Концерт сорвался. К вечеру уже ни он, ни Марина, никто, мы уже не могли ходить. И концерт единственный, намеченный Любе, полностью сорвался. Они уехали, и город сдавал билеты. И все это из-за песни «Баю, баюшки, баю». Thank you.
конечно, ударный Владислав Соколов. Пока вот не на пиво. Спасибо. А насчет паса говорили что-нибудь? Даже с днем рождения успел поздравить. Да не цепляйся, так нет, это пиво на пиво. Thank you.
последняя песня. Геннадий Игоревич, ну, мы с ним попытались вспомнить ваши песни. Вот вы мне угодили, а с этой точкой запятой прямо. Вот. Репетировали, честно все. Юрий Сергеевич, мне было Сверлин смело. Как и хотелось к вам присоединиться в виде трубы. В основном мы репетировали Кима, конечно, песни. Ваши же и так все наизусть знают, правильно? Нет, ваша дочка, после того, как спели «Баю-батюшки», она вам достигла вершин, виртуозного пляса. Это гениально было. Геннадий Юрьевич, мы просто, наверное, скромно закончим. Давайте скромно, хорошо, хорошо. Еще одну песню, давайте, и все. Давайте, хорошо, давайте. Мы готовы, мы привыкли уже. Как прекрасно, что прям огромное вам спасибо.
спасибо вам. У меня на самом деле, я не подшучу, вот, ну действительно, здесь просто одни величайшие произведения. У меня сын уже успел понять, даже видите, я уже купила, он ее все время таскает и не отдает. Мама только хотела заныкать, чтобы автограф взять, попросить. Он уже ищет ее, знает, где книжка, где. Почему ты не думаешь, что он знает? Я уже, он еще оценит. Лично чего-то такого, более удачного, чистого, и вот там время сковывайте, и вы бережно это делаете. Спасибо. Мы тоже познавали сегодня. Для нас, по сути, первое выступление совсем не знакомое. Смотрите, горит, мясо горит. Погорел ни в одно мясо. Геннадий Игоревич, смотрите. Геннадий Игоревич, смотрите, что горит. Я